наши войска вступили на территорию, занятую ГЛА. Войска подвергаются постоянным атакам. Мы несем большие потери при штурме моста через реку. Этот мост хорошо укреплен. Только захватив мост, наши войска смогут овладеть городом. Наша основная цель – захват бункеров с токсинами. ГЛА использует их для создания новейшего оружия. Мы обязаны предотвратить угрозу, нависшую над человечеством. Мост через реку должен быть захвачен. Отряды ГЛА в городе должны быть уничтожены. Бункера с токсинами должны перейти под наш контроль. Используйте всю силу китайской армии, чтобы выполнить эту задачу, генерал. Удачной охоты!